Возле замка стоит вот такая вот кабинка, автомат, и в нем продаются билеты. Вот там ворота, через которые можно войти. Но так как я с воды, то сетки там нет, я мог, в принципе, и бесплатно этим заняться. Стоимость билета 40 крон, это где-то 4 евро. Ну, для начала осмотрим замок снаружи. На этом с этим замком покончено. Можно идти дальше. Какой-то очень странный механизм. Он толком-то и не пускает. Это все, на что он меня пустил после нажатия на кнопку. Как так? Попробую еще раз. Как-нибудь вот так вот. Вот только подумал, что надо на этом острове остановиться и перекусить. Чуть-чуть дальше прошел, смотрю, вон столик со стульчиками стоит. Нашел я как бы нормальное местечко. Здесь кругом частная территория. Дома тут же стоят, и лужаек толком нету, сплошные горы и камни. Потом думаю, может рискнуть. Такой живности нет вот здесь вот. Просто вот здесь вот. По идее, волн больших ночью не должно быть. И прилива какого-то. Распокался я здесь. Смотрю, мужик идет. Вот там вот дом. Ну как, прилично, вот там крыша, наверное, еще видно. Что-то он сюда пошел, может быть, заметишь то, что я здесь шарюсь. Ну, я к нему, он бухой. Говорит, типа, ну вот, тут решил закемперить немножко, можно ли это сделать. Вот. Ну,
там долго-долго, минуту или даже больше, две, я просто стою, жду, когда он что скажет, надолго ты здесь. И, ну, завтра уйду, хорошо, завтра, и ушел. Ну, и еще он сказал то, что я не похож на туриста. Я не знаю, за кого он меня тут принял. Типа, мне нужна лодка вот эта. Кажется, хана моей горелке. Что-то у меня с рукой такое, оп, беленькое, оп, красненькое. Высохло, похоже, от соли. Кожа такая натянутая, трескается. Похоже, я посеял компас. Здесь моток какой-то висел из его шнурка, и он у меня вот здесь, чтобы смог ориентироваться нормально. И, в общем, пульк. Так как горелка у меня сдоха, пришлось готовить так, кусочками из того, что было, что не надо варить. Ну, что-то у нас там получилось. Сыр, огурец, помидор, ну и котлетки. Вот так вот скромненько, но довольно-таки прикольно. Многоэтажный птичий жилой район. Везде сколько их там. Одна на другую срут. А какой от них шум стоит-то? Место для ночлега. Смотрю с воды. Отличная поляна, просто красота ровненькая. Вышел, а тут стадо пасут. Дерьма, куча, вонь. Ужас. Поеду дальше, посмотрю, что там будет. Опа. Кажется, здесь королевское место. Я думал, не может быть так ровно. Болото какое-нибудь. Но не все, отлично. Только вопрос, насколько рады будут хозяева, когда увидят здесь палатку с каяком. Подгорел я, конечно, неплохо. Малость побаливает, поджарится. Это как раз там, где перчатка и манжет. Здесь то же самое, только послабже. Домик на бочках. Все прикольно. Я верю, что там есть место для двигателя. Вот это уже страшновато становится. С таким ветрюгой. Зато скорость. Километров 10 в час точно, не больше. Воу. Твою мать, твою мать. И вот так вот. На краю. Балансируя. Твою мать. Стоять. Ну это было весело и страшно. Ууу, круто. Да вот так вот я по воде бью, а толку по большей части и нету. О, немножко серфим.
когда на волну заходит каяк, он сбавляет скорость, и вот тогда вот более-менее эффективно. Якорь, бу-бу-бу-бу-бу, парус, не шали. И вот так вот я развлекался на двухметровых волнах. Прилетела, наорала на меня. Поклевать попробовала. Давай, давай. Ну еще посирание, а? Мой костюмчик закончился. Вот так вот. Печально. Надо как-то заклеивать. Искать магазин. Какую-нибудь длинную заплаточку. Вот здесь вот, по берегу этого озера, мне, скорее всего, придется тащить каяк. И обходить вон тот вот шлюз. Путь не ближний. Но, в принципе, нам не привыкать. Главное найти пути и все. Мы это сделаем. Ну, охренеть. И все камни острые. Придется дерево искать, подкладывать. Что это такое рыжее? Какая-то дорожка и в конце баскетбольное кольцо. Вот такие вот странные скульптуры тут еще есть. Явно они делались по детским рисункам. Прикольная тема, но без матов. Падать будет больно. Булькает, еще что-то есть. Который хорошо горит. До этого его раскочегаривало долго-долго. Он начинал тухнуть, я тряс, а он опять тухнет. В общем, он снова сдох. Я не знаю, в чем проблема. С газом? Или с горелкой? Но газ мне придется для опыта другой покупать. Рисы я так не поем. Или поем вот таким вот образом. Да. Прикиньте, я так вот сидел и трес каждые секунд 5-7. Рис варил. Это жестко было. Очень уж хотелось. Кошмар. Надо будет попробовать еще. Возможно, здесь они обычно ночевали. Извините, ребята, я вас потесню.